перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ай-яй-яй. Ромик. Ну как ты, Ромик? Ромарио. Россия погрязла во лжи. Следующий выстрел жду. Олег Сникерсович. Сникерсоидович, братан. Плачу вообще жестко. Как вы? Как вы, братики мои? И моя задача, ну... Кто это? Кто проснулся? Кто проснулся? Кто? Или ты проснулся или нет? Или ты спишь? Real dog. Да? Девочка моя. Девчонка моя. Original Sus. Да, Ромик, ты, конечно, лучший, блядь. Поднять с колен всех ребятишек. Всех. Да, брат, это твоя задача стопудово. Альбом совсем скоро, пацаны. Дети мои сладкие, скажи. Скажи, альбом совсем скоро. Протягивает, видите как? Протягивает, малышка. Итальянская гончая. Italian Greyhound. Я в порядке, пацаны, я в порядке. Кирюха, привет! Я слышал, ты мне скинул уже бит, я же его забрал. На вокал забрал же его. Зачем мне целовать, она спит. Блядь, 25. А, еще 3 ты мне прислал. Слушай, Кирюха, так а нам не надо много битов таких. Так что это ты... Ну, я послушаю, естественно, но ты не... А, насчет твоей платины. Ты... Я же с тобой разговаривал, да? Ну, тебе надо каких-то... Ты либо человек,
какой-то из Москвы, чтобы тебе привез, или как-то ты ее можешь получить, но она тебя ждет в Москве в любом случае. И никто тебе ее посылать не будет, братух. Как-то так. Ну, это все, что я мог сделать. Я больше не мог. Бля, человек пишет, не игнорь меня. Братух, ты видишь, сколько тут сообщений? Ты думаешь, я успеваю все читать? Альбом не похож ни на Мас Фуэрта и не похож на Яд. Ей, привет, Ламберт. Как сам? Мистер Лэмбо. Ламборгини, ха. Я не услышал, Кирюх что-то написал, потом мне в WhatsApp напиши. На что похож альбом? Альбом не похож ни на что. И ни на кого. Слава богу. Если заберет человек и мне привезет, можно так сделать будет? Да, конечно, можно, да. Конечно, можно. Фитонис с фанатом, блядь, пиздец. На что за глупость? Челлендж. Тарасов спит, пацаны. Отстаньте, чё. Отдыхает пацан. Чучело твоя мама, братан. Пиздец. Не пиши мне такое, уйди нахуй отсюда лучше, реально. Сук, съеби. Дай бандит. Тогда, брату, давай, братан, е. От души. Что, блядь, за вопросы, снежок, ебош? Что, блядь? Что за вопросы вообще вы задаете, нахуй? И тебе тоже приятного вечера, брат. Обнял тебя. Ну и ноунейму сложно пробиться. Блять, вы так все хотите читать рэп, стать знаменитыми, блять, но вы не понимаете одной сути, чтобы, блять, хотя бы чего-то добиться в культуре, надо работать, не покладая рук, и любить культуру. А вы себя не любите, пацаны. Как вы можете полюбить что-то другое, если вы себя не любите? И хип-хоп — это культура афроамериканцев. Вы, наверное, до сих пор думаете, что есть какой-то русский рэп. Вы в своем дерьме варитесь. Я не хочу в вашем дерьме вариться. Я не курю уже 2 недели. И ничего. Мне не хочется. Треки на иностранном. Нет, на иностранном будут. Один будет сингл после альбома. Потом с UA Kid'ом. Мы что-нибудь сделаем. Эминем. Не знаю, мне так Эминем уже... Мне не очень его тембр голоса нравится. Мне там нравилась 8-я миля саундтрека к фильму.
На этом для меня именем закончился, наверное. Хватит про рэперов русских, хватит спрашивать. Уже тысячу раз вопросы задавали. Провокейшн. Что-нибудь интересное. Я только вернулся в зал, пацаны, полташку жму от груди, 60. Я только начал опять заниматься. В тюрьме 120 жал. 5 раз. Но это было давно. Потом я скурился опять, пацаны. Травка делает слабее. Привет, Надя. Да. Вот ты ржешь, а я не курил 2 недели уже. И пытаюсь, хожу в зальчик, занимаюсь спортом, а ты смеешься надо мной. Некрасиво. Я, блин, стараюсь, тут стараюсь. А им... А ты смеешься. А ты смеешься. Спасибо, Надь. Кого, зачем братом называть? Кого, Артема? Кого? К чему это вопрос был? Трек включи, включи трек. Да ничего я не включу, пацаны, скоро послушайте все сами. Послушайте и задумайтесь, и раскачайтесь. Я рисуюсь, там гравит, там куча дрянь. Парень хочет с нами, и нахуй, это вряд ли мы. Привет, привет. Пацаны, вы чё не спите реально? Завтра же в школу. Здравствуйте, Ромик опять. Роман, ты ж здесь был все время. Сука, Рома умеет подъебать. Ой. Бля, я сейчас пойду второй раз есть, Надь. Что-то все равно начал хавать. Непонятное количество еды. Ромик, ну хватит, да все, что они пишут. Привет, привет, здравствуйте. Всем привет, пацаны. Ну я же со всеми поздоровался уже, ну. На ночь нельзя, мне можно. Мне можно, мне не помешает. Лишние углеводы и калории. Краматорск. А что это? Где это? Господи, боже мой. Это где? Это город какой-то? Дензел Кьюри Пуш. Я его слушаю с 2012 года, но сейчас мне не
не все нравится. Но Cloud Cobain крутой, крутой трек. И клип очень крутой. Но я бы на его месте не шел против... Я знаю, против кого он... Это, ну, насчет кого вообще идеология клипа и как бы всего. Не надо их шутить. Но шутить с этими ребятами я бы не стал, я бы так скажу. А то и прихлопнуть могут, как муху. Стих учить на завтра. Конечно, учи стих. Черный хлеб давно кушал. Кто-то привозил, не помню. Мне всегда приносит, привозит черный хлеб. Ты шоу-бит, бля, они, они думают, что я обкуренный, прикинь. Вот, вот, сейчас, смотрите, человек вам докажет, что я... Парни, поймите, то, что как бы, все о том, что вы думаете, уже давно пройденный этап, если человек не хочет этого делать, он это не делает. Я вам подтверждаю, что он очень давно уже никак не шатает свою нервную систему, не изменяет сознание ничем абсолютно. И это не мешает продолжать жить дальше. Золотые слова, братуха. Ребята, ну, как бы, если вы... Я курил травку с 14 лет в таких количествах, пацаны, что из шишек можно от с Барселоны до Москвы дорогу, блядь, выложить. Я вот так вам скажу. И вы меня не перекурите никто. И в Питере, в Москве, в России меня никто не перекурит уже никогда. Так что, ну, типа, забейте. Можно и без шишек отлично обходиться. Я не завязал совсем. Если я захочу курнуть, блядь, меня припрет, я пойду нахуй, скручу себе 2-граммовый блант и бахну, пацаны. Причем таких шишек, которых... Вы никогда, не, ну, даже не видели вживую, блядь. Понимаете? Вот в чем проблема. Но сейчас я не курю. ЧСВ, да, я ж ЧСВ, да, вы да, уже давно вы должны понять, что я ЧСВ, блядь, пиздец. Если бы я не был ЧСВ, блядь, я бы... У меня не было бы платиновых альбомов, блядь. Как-то так. Золотые слова сказал от души, брат. Я иногда могу винца припить. Вообще говорят, бокал вина красного, ну, полезная тема. Там за ужином. Хотя я не сторонник алкоголя, я наоборот, мне кажется, противник алкоголя. Как тебе клип Канье и Пампа? Ну... Не полезная. Ты насчет чего, Надь? Клип Лил Пампа и Канье, ну, ну, трек такой прям заедающий жестко. Жестко заедает. Мне просто не Канье Уэст, я не слушаю ни Канье Уэста, ни Лил Пампа. Это не значит, что их музыка там... плохая или артисты плохие. Просто я их не слушаю. Я слушаю других артистов. Послушали бы лучше Lil Baby с Ганой новый трек. Drip More Hard.
Или Drip Harder, я не помню. Расскажи за заставляющий хип-хопа, за заставляющие читки, что в него может входить, что включает. Это, братан, они, я же начну перечислять, способ, они, да? Не, они, да, не знают, что это такое. Иди слушай Битлов, блядь, ну, я тебе могу также сказать, иди слушай Фрэнка Синатру, блядь, иди послушай Шаде, блядь. Иди послушай, блядь, не знаю, Lil Baby, Пушка. Вот Надю послушайте, вот девочка играет в футбол, она не занимается хуйней, она, блядь, занимается спортом, она круто играет в футбол. Hi, Stewie. Занимается вещами и слушает правильный рэп, блядь. Наде респект. Мне, кстати, с последних синглов еще понравился Кудрич Пабло Хуан с этим, Сос Вока. Сос Вока или Walker. Короче, Walker. Вот этот вот последний, Money Gang. Bitch is a Money Gang! Где он орет, как ебанутый вообще. Это крутое дерьмо. Да, да, да. Всего лишь 300 тысяч на просмотрах, но лютое дерьмо. Да, всего лишь 375 тысяч на клипе. Но это дерьмо просто свежайшее, отвечаю. Опа, опять, блядь, здесь мне в тысячный раз написали. Здравствуйте. Ну, здорово. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Подписчики. Как дела? На этом, понял? На этом, короче, диалог обычно заканчивается, понял, пацанов? Господи, боже мой, какие у вас тупейшие вопросы, блядь, одни и те же просто. Вы не меняетесь. Каждый год, блядь, вы нахуй одна и та же хуйня, одна и та же хуйня. Вот кто написал пиздец, да, он и хуйню пишете, он молодец. Просто одно и то же, блядь. Буэнос ночес, Надя. Буэнос ночес. Опа. I love it. Да? Тёмыч. Тёмыч спит. Ай-яй-яй. Я ну так вышел, по-моему. А хули ты от них ждешь? Так я ж писал уже, я слишком дохуя жду, брат. Я слишком дохуя надеюсь, жду. Я вообще... А мне потом еще говорят, что я свою страну не люблю и людей, которые там живут. Ну, надежда — это сильное чувство, не забывай. Пиздец. Я с Ганфладом, мы на одном лейбле находимся. Он один из немногих артистов русских, которые подают большие надежды. И я рад, что я еще застал молодых, которые вообще что-то из себя начали представлять. Вот она. Вот она. Ну куда ты пришла?
А если так, чтобы вы понимали, нет ничего хуже, чем безразличие. Так что такая оценка — это еще возможность. Вот она, вот кто не несет фигню, да, ты мой маленький. Вот кто фигню не несет. Ганфлют, ганфлат, я, если сейчас так и не понял, как произносить. Guns N' Roses. Пам-пам-пам. Кто-то пишет флат, кто-то пишет флют, блядь, пацаны. Я думаю, он сам знает, как правильно, я у него потом спрошу. Хабиб или Конор? Ребят, я за красивый бой. Я за красивый бой. Я не за Хабиба и не за Конора. Я за красивый бой. Собаку зовут Сатурн, Сати. They gonna shoot a little, we gonna shoot a lot. For sure. Real talk. Не знаю, так это ее имя было в паспорте. Ну, как-то так. У меня на руке машина, а сейчас на левой руке будет квартира. Ваша. Блядь. Мне будет интересно посмотреть, кто чисто на хип-хоп без концертов столько же заработает денег в итоге. Ну да. Как тебе Stone Dog? Stone Dog неплохо. Такие вопросы, я понимаю, что вообще... Да, да, брат, нихуя не меняется, ты прав. Вообще никак бал, ну как бы могли бы хотя бы что-то интересное. Вы на самом деле, типа, могли бы что-то интересное на самом деле из меня вытянуть и узнать. Но у вас не получается. Вот кто написал, мне кажется, что Олег ради чисто прикола ведет трансляцию, когда ему скучно, этот человек попал в бинго просто. Да, мне иногда бывает. Да не то, что скучно, я просто спать иду и решил уделить вам время небольшое. Я вообще так-то не люблю особо Инстаграм эти все и...
все вот это. Вы же живете только этим сраным инстаграмом. Думаете, ребят, в какое время лучше выложить пост? Да, в какое время лучше выложить пост, как и так далее. Это жесткая хуйня. Слава богу, что не все живут им, но большинство. Бля, Олег, правда, что ты должен палец зэк? Господи, ёб твою мать. Ебай вы конченые, бля, в натуре. Не, это все хуйня, Олег, я живу только порно. Бля. Просто пиздец. Просто пиздец. Да никто, блядь, не обращает внимания, успокойтесь, бля. Я просто ржу жестко с вас. Просто, ну. Просто смеюсь и все. Спокойной ночи, спокойной ночи. Ладно, ребят. Спокойной ночи вам. И... хорошей недели. Чтобы у вас все получалось. И вы достигали новых целей. Вот. Обнял вас. Спокойной ночи.